Все кинокамеры Новоалтайского нашего дома. В кадре у нас звезда и восходящая звезда. Звезда это Лариса, а восходящая звезда это Настя. Значит, сегодня они вам представляют. Скажите, что вы представляете? Давай, Настюша, здоровайся. Всем привет! Сегодня мы готовим кексы. Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, гости нашего канала. У нас к нам приехала внучка на выходные, и она давно уже мечтает постряпать кексы в формочках, которые я купила цветных. Мне без изюма. Без изюма. И сегодня мы наконец собрались их сготовить. Что мы взяли для этого? Творог, ну больше в произвольной форме, ну около 150 грамм. Мука здесь у меня 150 грамм примерно, 2 яйца. Грамм 70-80 сливочного масла, изюм и 150 грамм сахара. Также мы будем ложечки брать разрыхлитель. Внучка Настя сейчас у нас будет начинать готовить. И нам нужно в миску вылить 2 яйца. Давай, выливай аккуратненько. Умница. Бабушка решила научить. Нельзя просто сначала приготовить их там. И нужно высыпать туда сахар. Чуть-чуть? Нет, весь. Весь? Да. Как здорово. Весь, представляешь? Так как у нас сломался блендер, возьми вилочку, вилочка нет. Удобнее. У нас в последнее время все ломается. Хорошо. Нам нужно взбить яйца с сахаром. Внучка решила взбивать сама. Я не знаю, вот насколько ее хватит. До ежачьей пасхи. Ну... Как, ты уже почти взбила? Или еще будешь? Может, венчик возьмешь тогда? Угу. Венчиком тебе будет удобнее. Ну, ты пока мешай ложкой, я приготовлю венчик. Хорошо. Надо держать одной рукой, то свалится. Ты одной рукой держи чашку и взбивай. Да не надо мне помогать. Ну, конечно, кто тебе помогает? Ты все сама делаешь. Крем какой-то, да? Ну да. Ты учишься готовить, да? Нет. Ты представляешь, ты сейчас это все приготовишь, научишься, приедешь домой и приготовишь кексы для родителей. Папе и маме. Кладем сюда ложку, вот я взяла венчик. Да. Давай. Взбивай. Получается? Угу. Почти, да? Тебе тяжело? Нет? Ну давай, взбивай. Может тебе помочь? Все, что ли? Ну как, баба-то, смотри. Ну я, конечно, их не собью до крепкой пены. А может и собью... Нет, если бы у меня сейчас работал блендер, это было бы очень быстро. Кстати, у нас есть миксер дома. А где-то принесем. Вам повезло. Мы не будем взбивать. У нас кексы очень быстрые. Все, немного взбили. Хорош. Сейчас мы будем сюда насыпать творог. Насыпай. Я буду держать, а ты будешь ложкой. Давай. Вот этой? Да. Давай. Мне чуть-чуть оставишь? У нас есть еще. Ты все? Да. Тебе нравится творог? Угу. Так. Надо еще раз заливать. Да. Все вместе перемешивай. Слушай, это тебе не песок месить в песочнице. Смотри, как классно. Даже потом скушать можно будет, да? Угу. А что теперь нужно? Ну, нужно хорошо взбить. Давай я попробую. Давай сюда насыпем сейчас разрыхлитель. Подойди сюда, Настя. Я насыпаю.
забил? Да, конечно, ты. Доставай пол чайной ложечки оттуда. Подожди, это не из пачки надо. Вот, на, держи, насыпай. Пол чайной ложечки. Вот так? Да, насыпай. Вот, умница. А, ну нам же нужен еще ванилин. Ты размешивай, а я достану ванилин. Хорошо. Ты хорошо мешай. Придерживай очень. Я и так придерживаю. Тщательно. Внучка старается. Молодец какая. Я очень быстро вожу рукой. Так надо не рукой водить быстро, надо кистью быстро водить. Вот видишь, поранилась. Подожди, дай-ка я попробую. Вкусно. Посмотри, вот так рукой водишь, когда она не мешается. Вот когда кистью, смотри. Дай. Ну-ка, попробуй кистью. Не получается? Нет сноровки, да, пока еще? Лучше так было. А вкусная пенка, кстати. Вкусная? Ты уже успела попробовать? Да. Ты хороший кулинар, хороший повар ты. Все попробуешь? Хочешь попробовать? Нет, Настя, не поднимай высоко. Хочешь попробовать? Не, не хочу пробовать. Я потом попробую, когда у вас готово будет. Готово. Максимальная скорость. Давай пакетик ванилина высыпем. Ты будешь высыпать. На, высыпай. Все? Да, все. Так. На. Молодец. А вообще вкусно выглядит. Да. Еще ты же готовишь. И пахнет тоже вкусно. Да? Угу. Давай я теперь тебе помогу. Немножко. Конечно, Баба Лариса, ты профессионал. Мы все руками взбиваем, размешиваем. Настя, подойди сюда. Теперь нам нужно опустить изюм. Ты же у нас главное действующее лицо. Давай. А где? Ну ты будешь по одной ягодке, что ли? Давай вот так вот ложечкой. Все? Да. Давай. Давай. Теперь ты точно полюбишь кексы с изюмом, так как ты их приготовишь своими руками. Правда я же? Я думала с конфетками. Куда теперь вот нужно все тщательно перемешать, правда? Угу. Главное не раздавить. И опускаем масло. Ой. Давай. Все? Я. Масло, да. Сюда, сюда, чтобы видно было на камеру. Давай. Так. Нифига себе, столько масла. У нас одно место не слипнется? Нет. Всего лишь 70-80 грамм. Всего лишь? Кажется, да. Много. Ну, я тебе говорю, что... Так вот. А потом это... И муку. Сейчас будем. Вот мука. Давай, насыпай муку. Всю? Всю. Что, правда? Вот и просто ногами перевернуть, да? И... размешиваем. Боже! Это не масло, а какой-то фирменный пирог. Фирменный? Да. А фирма как называется? Ферма. Фирма Ивановых? Да. Ты же Иванова, Настя? Угу. Ну, смотри, вот. Смотри. Это какой-то сладкий рай, а не кексы. Значит, у нас кексы будут называться сладкий рай. Какое... Ну, да, придумала молодец. Название. У нас были кексы без названия. А теперь у них есть название. Сладкий рай. Все, Настя нам придумала название, да, Настя? Да. Сладкий рай. А куда ты побежала-то? Ну, она, наверное, устала. Звезда да. устала. Звезда устала, решила отдохнуть. Вставай, будешь раскладывать. Что? А? Что, я устала уже. Устала. Ну-ка покажи, как ты устала. Ты же еще... Вот так. А только сейчас прыгала ты. Уставшая. А от чего ты устала? Пойдем, твои любимые формочки. Так, руки помой, болталась по полу. Формы ты, которые мне любишь играть. Мой ручки, вытирай хорошо. Такие формочки разложатся сейчас. Зрители же не хотят, чтобы ты болталась по кухне.
Да. Настя у нас немножко подустала и решила побегать. Угу. Все. Давай, Настюша. Будешь раскладывать по формочкам. Бери формочку в ручки. А, я зеленые буду раскладывать, а ты желтые, хорошо? Ну, распределила. Только саму формочку старайся не обмазать. На середочку клади. Блин, как медленно. Иди сюда. А ты думала, что все быстро делается? Давай я тебе покажу одну. Зачерпнула ложечку. Полформы надо, да? Да. Она поднимется еще, да? Когда нагреется. Ну да. Вот. И так. Поставила. Давай. Одну ложечку будешь зачерпывать. Вот так. Или ты будешь держать, а я буду держать. Хорошо, ты будешь их расставлять. Уже вкусно, да? Угу. Сейчас, подожди секунду. Еще вкуснее, чем то. Ставь. Так, сладкий рай. Угу. Я сказала или нет на видео, что формочки у нас смазаны немножко маслом? Ничего не говорила пока. Вот я их смазала. Каким? Растительным? Да, можно вот это надо? Любительница теста? Угу. Держи формочку. Вообще очень-очень вкусно. Так, следующую. Я пить хочу. Да, случилась небольшая остановочка. Давай. Звезда захотела пить. А тем временем большая звезда раскладывает. Ладно уже, хватит нас называть звездами. А кто вы? Мы цветочки. Вот цветочек. Ой, фу, а вот радуга. Радуга. Я радуга. Радуга-дуга. Я радуга, Даш, я умею летать. Ты всем деткам расскажешь, что ты стряпала кексы, да? Угу. Даже показать сможешь, представляешь? Там телефоны есть у кого-нибудь в садике? С ютубом. У воспитательницы есть? Смотрите, как я умею. Так ты кексы стряпаешь или показываешь свое умение? То, что ты умеешь? А? Как кексы-то называться, я забыл. Сладкий рай. Сладкий рай. Танцующий сладкий рай. Ты же танцуешь, когда делаешь, да? Угу. Смотрите. Может, ты нам стишок пока какой-нибудь расскажешь? Чувствуем, что ты уже устала. А? Нет. Ты знаешь какой-нибудь стишок? Нет, я знаю только одно. Закрыться в парке листопад. Скажем, подружиться, он был рад. И осенний бал. Листьев карнавал. Громче, громче. В хороводе танцевал. Пуль дует, ветер кружится, листва. За летом осень, а за осенью зима. Мы встречаем, продолжаем или ждем. А с вами тем временем растем. Вот так тем временем, пока внучка Настя поет, баба Лариса. Заметила, она с проигрышем даже поет. Угу. Она же в музыкалку теперь ходит. Подойдите, пожалуйста, сюда, Анастасия. Я хочу все тесто разложить. Сейчас они поднимутся у меня. Будут мощные. Красоты своей нас радуют. Вот и музыку не надо подбирать к каналу. Видно, наступают холода. Пуль дует, ветер кружится, листва. За летом осень, а за осенью зима. Мы встречаем, провожаем или ждем.
А сами тем временем растем. Мы встречаем, провожаем или ждем. В панамке, в шапках, лыжах, зонтом. Молодец! Браво! Ну все, ставим кексы стряпаться. В разогретую духовку. Да, мы разогрели уже духовку. Пойдем. Открывай. Вот что за эти кексы? Сколько температура в духовке? 180. 180 градусов. Зашли кексы. Да, ставим тут минут на 15-20. Зашли кексы в зал красоты и моды. Вросли там. Настя. В дракона. Начали. Баба Лариса, они забыла. Ну, скажи еще раз. Они уже поднялись. Кексы уже поднялись. Смотри, какие красивенькие. Все. Ну-ка, открой-ка, посмотрим. Да, да. Ну, зачем открывать-то? Пусть они пекутся. Давай их нутеллой намажем. Вот, 10 минут прошло. И прошло 10 минут. Закрой скорее. Боже. Настя, кексы готовы? 20 минут прошло. Не 15, а 20. Вау. Так-то вкусно выглядит вообще-то. Осторожно, очень горячий листик. Это хорошо. Можно было бы их посыпать сахарной пудрой, но мы их помажем нутеллой, да, ты да. попросила? Они очень Сейчас горячие. Я достану. Нет, она не там, подожди секунду. Они очень горячие. Ну, надо же посмотреть, как они там пропеклись. Вот, может, вот такие кексики. Здесь? Настя, ну на горячее мы не будем мазать, она будет литься. Подожди немножко, они остынут. Иди посмотри, как баба Лариса выкладывает. Посмотри, какие кексики. О, красота-то, а? Настя, подойди. Твои первые кексы готовы? Вау. Ты еще ни разу не пекла кексы? Нет. Нет? Скажи. Ноу. Я сказала ноу. Ноу. А как же твой палец, который ты порезал? Ну вот, палец болит. Ну все, мы сейчас их все достанем, а когда они немножко остынут, ты их помажешь нутеллой. Хорошо. И будет точно сладкий рай. Лариса начала мазать. Внучка наша Настя уставшая сейчас подойдет. Ну давай, маж. Настя, давай, намазывай. А что? Устала, бедная девочка. Трудилась, кексы стряпала. Морковку кушала. Давай, намажь хоть один-то. Ты что? Будешь мазать? Можно один кусочек попробовать? О, а тебе лишь бы попробовать. Не, попробовать мы будем после... Это же у нас десерт. Мы же... А, это шоколадный... Это и нутелла? Угу. Ну, надо принести ложку. Сейчас я принесу ложку. Настя захотела, чтобы мы их обмазали нутеллой, но она почему-то очень плохо кушает выборочно. И я говорю, сначала нужно покушать суп, а потом будем десерт. Ну, вроде договорились. Не договорились? Только сейчас договорились. Ну, посмотрим, как мы не договорились. Всё. У нас волшебные кексы. Подожди. Так она мечтала постряпать эти кексы. Просила, просила. У самой терпения не хватило доделать их. Кексы готовы. И мы хотим на этой ноте, на этой фразе попрощаться. Сказать всем пока-пока. Не забывайте поддерживать наш канал. Юрий и Лариса Ивановы. Писать нам комментарии. Ставить нам лайки. Всем пока-пока. До новых встреч. Говори. Баклажан. Ладно, пока. Сейчас будем кушать кексы. Как они называются? Сладкий рай? Да. Сладкий рай. Давай, пробуй. Классно. Ну как? Пропеченные? Вкусные? Ну как, а ты теперь? М-м-м.
Вот какие они внутри. Очень-очень сладкие. И вкусные. Советуем вам приготовить. Всем пока. До новых встреч.